Члены Содружества Азербайджана и Италии провели акцию протеста в связи с агрессией вооруженных сил Армении в отношении мирного населения города Гянджа. По словам представителя Координационного совета азербайджанцев Италии по Риму Фарида Аббасова, армянская сторона активно дезинформирует мировое сообщество, пытаясь выдать фотографии жертв в Гянджа за убитых армянских детей. Главная цель акции – рассказать об агрессии армянских военнослужащих в отношении мирных жителей. Организатором выступила азербайджано-итальянская община при поддержке Комитета по диаспоре и посольства Азербайджана в Италии. В целом, армянская сторона пытается представить Нагорно-Карабахский конфликт как религиозный, распространяя ложную информацию в Риме и Ватикане в частности. Как вы знаете, у нас очень хорошие отношения и с Ватиканом, и Италией. Мы, в свою очередь, пытаемся ознакомить итальянское общество с нашей позицией, религией, с необоснованными территориальными претензиями Армении, ситуацией на оккупированных азербайджанских землях. Все итальянцы уже понимают, что конфликт не имеет религиозную почву. Часто говорим об этом в СМИ, в новостях, на радио и телевидении. Итальянское общество хочет, чтобы Нагорно-Карабахский конфликт решился мирно, желает скорейшего возвращения оккупированных территорий и создания условий для безопасного проживания на них. Orada yaşayan insanların sülh şəklində yaşamasını istəyirlər.